Утро началось с того, что моя машина мешалась при технике, но зато прокатилась опять на тебе, мой хороший. Хоть чуть-чуть, но прокатилась. Итак, мой дорогой, я думаю, всем телезрителям будет интересно узнать, как же происходит волшебство в этой палатке. Продемонстрировать прямо на камеру? Я думаю, да. Макс, скажи, у нас был кекс посередине поляны в палатке? Был и не раз, и не два. И не три. 1 200 000. Самый важный вопрос, Макс. Да, ты у Максо сосало? Ты что, серьезно? Да. Ну как бы да. Задали вопрос, сказали ответить честно. Я бывший мужик, Макс. Ну если бывший, то офигенный. Ганвест просто мой братан. Клава Моргенштерн? Максим Безверхов. Мы самая безумная парочка с Максимом. Да, у нас только общего. Отвечу коротко. Как у Макса? Ну, лично нам по кайфу. Мы с тобой кайфу. Но кто его не знает, кто его не видел. Но он, по-моему, намного красивее. Вот, вот есть фуд-фетишист. Вот они тебе ступни. Я общаюсь с Яной Захаровой, и я очень скучаю по своей малышке. О, прилетай. Твоя малышка тоже тебя ждет. У меня очень красиво, очень нестандартно, очень прикольно, очень классно. Я очень люблю свою мамочку, и она выглядит очень молодо. Ну, да. Макс, вопрос к тебе. Когда замуж? Я не выхожу замуж. Я женюсь. Начнем с этого. Ну, сколько? Месяц же. Осталось. Ну, мы подадим заявление. Месяц! Да, и все. И это будет мой муж. Спасибо большое. Очень приятно. Мы скоро уже станем семейной парой. Угу. На первый проект я пошла в 20 лет. То есть прошел год. Можно сказать, мы самая неадекватная пара, но зато очень крепкая. Ну, в этот раз на проекте мне стало намного круче, потому что тут очень классный парень мой. Вопрос не ко мне. Макс, как похудеть? 0,5 грамм жира в день. На твой вес. Снизить количество углеводов, больше белка. Никакого мучного. Стыдно? Мне так стыдно, я даже глаза закрываю и сплю с ней. Моя пупочка. Я слишком люблю, когда ты делаешь так. Ну так, обнимаешь. Моё. Не отдашь? Угу. У меня пупочек. Такой хорошенький. Люблю его, пиздец. Вот кого-кого, а меня жалеть не надо. У меня прекрасная жизнь, все замечательно, поэтому гуляй, девочка. Ну, это не весь мой парфюм. Вот, а то, что я привезла с собой на поляну. Вот. Вот. Нинаричи. И вот эти вот мои самые... Вот эти мои самые любимые. Ну, вообще, любимые вот эти... Они уже почти закончились, но это аромат просто словами не передать. И вот еще. Короче, все по кайфу.
Скажи, как дела вокруг? Ну, аргументировал. Да, блин, ты так меня снимаешь. Ну, не так меня снимаешь. Мне пофиг, это должно быть лайк. Спасибо большое. Кстати, мне завалили директ, когда он вышел в эфир, поэтому ловите его никнейм. На самом деле этот вопрос немного не ко мне, поэтому ответь. Яна и Женя могут быть вместе, как считаешь? Да. Осталось еще чуть-чуть, но смотрите, эфир завтра будет куда интереснее. В принципе, могу позвать на нашу свадьбу. Она где-то, кстати, через месяц с лишним. Так что давай.